Короче, зашел в Тапкер купить шаверму по привычке. Ну, все знаете, это вот местная шаверма, которую я всегда беру в Арабиске, да. А у нас был маленький ливневый дождь. И вы посмотрите на это. Вода в Тапкере льется тупо с вентилятора. На потолке образовались пузыри, из них льется вода. Снаружи вода льется из, не знаю, что это называется, это либо канализационный, либо ливнесток, но тоже, вот, и вода льется тупо вообще из-под кранки. То есть вот тут вот у нас есть плитка, да, и вот между плиткой и бетонным силобатом льется вода. И замечу то, что если вода льется там, значит арматура внутри уже 10-15 ливней назад она проржавела напрочь. Ну как в моем доме, где у меня над мокрой точкой тупо рушится потолок со второго этажа. Да, это сингапурский маленький тропический дождь. Вот смотрите, как вода замечательно стекает по лестнице. Этого вам не покажут по ТВ, этого вам не покажут в новостях, потому что все-таки в этой стране есть цензура, и они не показывают о том, как просто потрясающие выглядят их замечательные сингапурские достопримечательности. Замечу, что сингапурский хакер получил звезду ресторана Мишлен. Первый, по-моему, единственный из всех точек уличной еды вообще на этой планете. То есть вот примерно в такой же точке, я не скажу, что в этой, располагается ресторан со звездой Мишлен. И как бы вот в таком, мягко говоря, в таком месте люди принимают пищу. Знаете, когда заходите под крышу, на вас вентилятор, ну потому что Сингапур жара, 32 градуса, на вас вентилятор, тупо течет вода. И, блин, хорошо, что эти вентиляторы наверняка отключены, потому что если они включены, то на вас течет вода, плюс вы являетесь источником заземления. Вот. А сейчас ко мне подходит владелец шавермы, я отвлекусь на беседу, но, в общем, нетуристический Сингапур всегда с вами. Я могу показать вам просто вот такую вот жесть в этой стране. Не переключайтесь, подписывайтесь. Всегда ваш я.